Приветствую всех. Июль месяц, середина лета. Находимся мы сейчас на славянском курорте, на соленом озере. В глазах прямо все желтеет невероятно, но нет солнца. Это просто я нашел такие прекрасные очки в воде. Плавал и как-то ногами прямо увидел, нащупал, достал с воды, смотрю через эти очки, все прямо желтое, песок был желтый, стал еще желтее, небо голубое пожелтело, вода пожелтела, деревья зеленые пожелтели, люди вокруг, все стало таким желтоватым, нет солнца, а вот глаза поменяли так зрение, видение на события вокруг. Всем желаю приятного просмотра, хорошего отдыха, счастья, удачи и до скорых встреч